За кого почитает меня народ? Почитают тебя за Иоанна Крестителя, а иные почитают за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес и пришел на землю. А за кого вы почитаете меня? За Христа Божия. Никому не говорите об этом. Сын человеческий пострадает и будет отвержен, и будет убит, и в третий день воскреснет.